Как определить собственникам жилья, какие виды работ запланированы управляющей компанией? Что входит в сезонное содержание придомовой территории? Что делать, если управляющая компания не реагирует на обращение жильцов? Смотрите сегодня в прямом эфире программу «Город ТЭС» в 18.15. Гость в студии Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Звоните по телефону 202 11 22 и задавайте свои вопросы.